В возрасте 94 лет не стало Милана Кундеры. По постам в Рунете легко увидеть, насколько знаковым был этот писатель для русскоязычного культурного пространства. Артемий Троицкий. Умер Милан Кундера, автор «Невыносимой легкости бытия». Бытие тем временем стало гораздо более невыносимым. Борис Акунин. Милан Кундера. 1929-2023. Умер один из моих любимых писателей. Есть некоторое небольшое число книг, которые были моими учебниками писательского ремесла. Два таких произведения написаны Кундерой. «Невыносимая легкость бытия» и «Бессмертие». Мне есть за что благодарить сенсея. Добрая ему память. Знаете, чем хороший писатель отличается от хорошего человека? Для хорошего писателя смерть – событие не первой важности. Писатель как был, так и остался. Диляра Тасбулатова. Кундера все-таки умер. Ну, конечно, 94 все-таки. Но лично для меня это огромная потеря. Я читала все его книги и не по одному разу. Пишет он якобы совершенно прозрачно, но подспудно настолько сложно и интеллектуально, что иногда диву даешься. Простая форма, сложное разветвленное содержание. Вероника Долина. Как это выразить сегодня? Я бы писала об этом снова и снова, но привыкнув к языку стиха, скажу кратко. Читайте Кундеру. Сегодня. Там именно то, что вы переживаете сейчас. Вот эти вибрации. Уехать, остаться. Родное, чужое. Виноват, не повинен. Слаб, беззащитен. Уехать и вернуться в слезах, постарев. Михаэль Дорфман. Людям не нужно прекрасное будущее, им нужно великое прошлое. Это из необыкновенной легкости бытия само по себе заслуживает Нобеля. Кундера – это прежде всего о критическом отношении к самому себе. Наверное, поэтому там много народу его не любит. Александр Баунов. Все говорят «Нобель, Нобель». А вот Кундера сегодня умер без Нобеля. Но некоторые сами себе премия и всем остальным. Сержант Лис. Вот и Кундеры не стало. Но он дожил до тех счастливых лет, когда Чехия вырвалась из удушающих лап диктатуры и тоталитаризма, обретя свободу, независимость и членство в НАТО. Та Чехия, которая под гнетом тирании лишила его гражданства. И та цивилизованная Чехия, раскаявшаяся. Анна Агапова. Сегодня узнала, что умер Милан Кундера. Он настаивал, что частная жизнь художника публике не принадлежит. И действительно, кажется, что в мир иной ушел Кундера частный человек. А Кундера писатель, он здесь, он никуда не делся. И это навсегда. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.